Итак, я вас всех снова приветствую. Мы продолжаем, или может быть даже уже заканчиваем проходить кампанию за чужого. В прошлый раз мы хреновую тучу раз погибли, в этот раз мы попытаемся как-то этого избежать и сделать все четенько. Ну, тут уж как бы, не знаю, что нам тут припасет снова, какой интересный сюрприз в этой главе. Опять же, я думаю, что у них 5 или 6, где-то так должно быть. Ну, судя по банкам, их 5. То есть здесь у нас должно быть 10 банок где-то здесь внутри. Будем смотреть. Там у нас ходят злые бесчувственные андроиды, да, я так понял. Ух ты, выскочил красавчик, смотри, да. Так. Да, у нас тут... Ну, что там встал? Что там встал, братиш? Надо вас посчитать, козлятки. Козлятушки, блядь. Так. Раз, два. И гражданский. Гражданский, конечно, на правах ветоши там, блядь, ебаный, да? Как обычно это принято тут. Давайте сразу попробуем все найти. Тут у нас есть... Завязывай там, нахуй. Робокоп ебаный. Мужик там что-то клепает. Надо взять его живьем, да? Возможно, это последний гражданский в игре. Нам нужна ачивка, блядь. Что этих пидорасов надо как-то от него отозвать, попробовать. И его там потихоньку при это... Присунуть ему личинку, так сказать. Он ходит, уебок. Это вот что там такое? Тоже человек? Ну как сказать, человек. Подобие человека, блядь. Да. Два гражданских, трое, четверо андроидов, блядь. Блядь. Андроиды могут быть со снайперками, нахуй, кстати говоря, как они любят это делать. Ты ж ты расслабься, нахуй. До свидания. Полежи, отдохни. Так, минус. Но никто, конечно, этого не заметил, да, блядь? Нет, их там больше, блядь. Минимум три гражданских получается. И сколько-то ведроидов. Слышь, ты ебануться. Ты с чем это там, блядь? Сучара, блядь. Слышь, Робокоп, нахуй. Ты там не бушуй, блядь. То я сейчас урегулирую тут все нахуй. Будешь тут, блядь, выебываться. Чучело, блядь, ебаное. Давай сюда подошел. На, блядь. Блядь. Ну, Steam, блядь. Ну, как обычно, ну, вы видели, да? Как бы... Я говорю, когда-нибудь у меня закончатся картинки с котами, нахуй, чтобы это как-то перекрывать. Так, минус два ведроида, блядь. Получается. Вон того нижнего, может быть, пробовать пёзнуть, блядь. Захавать сразу гражданина там. Но они стоят, от них не отходят, короче. Либо верхнего. Так будет, наверное, надежнее, блядь, да? На этих барельефах изображены ксеноморфы. Ого, а тут глубоко. Что-то вроде шахты? Надо исследовать подробнее. Разорвали! Прямо на части! На, сука. Нет, только нет. Что это было? Приляк, сучара. Надеюсь, меня не пизданут там. Это мерзко. Это реально мерзость, типа. Давай, давай, давай. Пожуй этого, блядь. Так, молодец. Так, я там в опасности, мне кажется, блядь.
Пожу этого, блядь. Еще два. Я туда не вернусь. Ага. Хуесосы там заперты, да? Да нет, конечно, блядь. Блядь, их там дохуя, слышь? Реально дохуя. Так, двух я схавал. Получается. Там один, тут два. Давай завязывай, блядь. Буйствовать, нахуй. Макгрегор ебаный, блядь. Дерется тут, нахуй, со мной. Вон того чухомора съесть, пока он один. Ты, судя по всему, без детекторов тут, да? Без всяких... Да съешь нахуй этого, тварь! Беги! Пидорас, блядь! Да какого хуя это сейчас было? Просто не достает до его ебальника, стоит и машет в пустоту, пиздец. Нахуй сейчас чуть не пиздец, я бы просто бомбанул бы нахуй с этого говна. Блядь, ну что это за хуйня? Недоработ очка, блядь. Где этот черт? Покажись нахуй, козел. Нахуй тут, блядь. Со снайперкой, кстати, хуило. Скольких я уже лопнул-то, блядь? Я уже даже их не считаю, блядь. Что после прошлой катки, блядь, которая, ну, как бы пиздец просто сама по себе была. Так, там есть этот и тот. Конечно, так-то лучше бы смотреть, с чем они, потому что один удар пожилой снайперки, и мне пиздец, блядь, сразу придет. Ебальники им откусывать, наверное, без надобности особо. Так, раз, два. Я говорю, четыре. Звуковой сигнал. Ну, если ты понимаешь, что это звуковой сигнал синоморфа, нахуй ты идешь ты сюда, дурак, блядь. Нахуило, блядь. Ты чё, сам умный, блядь? Пидорас, ты видел, чё, блядь, дерётся, нахуй? Козляра, нахуй. Охуевший, блядь. Ты там с чем, нахуй? Я ж надеюсь, это не пулемет. Надеюсь, меня не пизданет там взрывом, нахуй. Пиздец, аж глушит, нахуй, слышали, да? Хуёк мне всёк, блядь. Их захватывать реально опасно, их лучше бесшумными убийствами проводить. Пендоны ебучие, блядь. Так, этого я обезвредил. Последний, получается, пассажир у нас на первом этаже там. И два гражданских заперты в этой хуирге, блядь. Насколько я понимаю, блядь. Если я никого не оставил тут, блядь, без внимания. Страшно. Это хуй тоже с дробовиком, блядь. Я не знаю, получится ли его пёзнуть бесшумно. Возможно, да, если я залезу с той стороны. На жопу ему чисто сяду. Но делать это надо бесшумно, иначе он повернется, блядь, и все это будет, сука, задаром, нахуй. Да, блядь? Гумплиноид. Сегодня прохождение у нас более резкое, просто потому что уже заебало. Поэтому, блядь, вы уж извините, ребят. Здравствуй, блядь, гандон. Я не хочу так умирать. Приляг нахуй. Отдохни немножко, надержи. Не беспокойся, блядь, ни о чем. Все уже хорошо. Так, а там что у нас, блядь? Почему у нас там
беспризорничек, блядь. Кто это нахуй? Какого хуя он там делает? Я один это слышал. Какого хуя здесь сделал друган, блядь? Один, без сопровождения. Ты разве не знаешь, что в этом лесу много страшных серых волков? Шароебится, блядь. Так. Из тех, кого я видел, остались только те два, блядь, барашка, нахуй, которые сидят там в запертой комнате, которые думают, что я их не достану, короче. А еще нам надо банки отыскать, блядь. Так полагаю, да? Поэтому я предлагаю вам сейчас увлекательную экскурсию вот так вот вокруг света, блядь, произвести, нахуй. Посмотреть у нас нетронутые уголки цивилизации, может, что-то найдем. Вот и как раз та локация, где у нас долбоебы, блядь, сидят. Вижу баночку одну. Да, вот два долбойща. Так, 542 из 50. Кот, что ты там орешь? Обидел кто-то, что ли? Кто обидел? Ну-ка, котик. Кто обидел котика, блядь? Ты сейчас с мелкой подрался? Ну-ка, оставь ее в покое там. Вы можете слышать, как мой кот возмущается. Он очень любит это делать. Так. Че, неужели все? Неужели каждую тварь ебучую мы поймали, кроме тех двух ребят, и скормили им... Это что сейчас за говно? Возможно, тот ноут нам надо разнести как раз таки, блядь. О, баночка. 43 из 50. Какие-то волновые залупные излучатели, блядь. Ну, смотрите, я больше жизни здесь не наблюдаю, блядь. От слова совсем. Только те два урода, блядь, остались. Опять же, если я правильно сосчитал, что я ни в чем не уверен. Так, этот с личинкой. Не уверен. Прямо как тот пацан из фильма «Идиократия». Опа, баночка. Здравствуйте. 44 из 50. Живые есть? Что это, блядь? Посмотрим, что она сделает. Ничего не делает. Слушай, на-ка, пожалуйста, расслабься. Так, нам нужно в канализацию, получается, чтобы достать этих уродов. Либо как-то сверху, блядь, к ним пролезть. Что не очень похоже на правду, потому что, блядь... Кто делает отверстие крыши, блядь? Только конченый, который считает себя урбанистом, охуевшим, а на самом деле ничего не понимает в этом, да? Так, это я сейчас классно залез прямо в огонек. Напомню, как у меня жопа загорелась, когда я попятился куда-то. Ладно, пока они там вдвоем сидят, мы посидим. Так, давай, ладно. Это за место? Непонятное место. Вот что хочу сказать. Интересная система. То есть тех ребят, я могу расщеплять, открыв им дверь, что ли, получается? Забавно. Я тут что-то закрыл, слышь? Блядь, там банка. Что произошло? Какая-то пластина или что-то? Я что, должен сюда труп
Пала здесь еще или что, или что, или что происходит? Какого хрена я тут сделал? Эй! Блять, я это сделал, и там сейчас недоступно это говно, понимаете? Или оно было недоступно? Не до конца уверен просто. Это было задание? Где там эти уроды сидят? Не до конца понял сейчас, каким образом это работает. Я что-то открыл, короче, вы поняли, да? Возможно, я немножко ускорю этот момент, чтобы было быстрее, потому что мы с вами просто накернили всех возможных и невозможных андроидов за очень короткое время. И сейчас будем ползать и искать все оставшееся говно по этой карте очень-очень долго в перспективе. Так что, как бы, что я вам хочу сказать? Вам придется немного терпеть. Ой, мать твою. Я же уже говорил, да, как я обожаю всякие пирамиды ацтеков, блядь, и прочее всякое говно в такого плана. Я же очень сильно это все люблю. Вы уж не обессудьте, если я запутался в этой идеальной... О, давай, сейчас еще... Сейчас бы еще пофризить, короче. Как открыть этих петухов? Кто-нибудь знает? Просканируй мне ебальник, да. Лично спасибо. К вам как-то можно попасть, ребят. Я знаю, что к вам как-то, блять, можно попасть. Скорее всего, вот та хуйня должна открыться. Опа, смотри. Достиженько. Тихо-тихо-тихо-тихо. Нельзя спугнуть наших овечек, блядь. Потому что овечки... Да, блядь. Ну что это, блядь? Ну, блядь, ты можешь еще медленнее нахуй это делать, ёб твою мать. Сейчас второй этот хуй убежит куда-нибудь, ищи потом его, блядь. Чё, я всех съел, да, получается? Он достиженько открылось. Видели, да? Видели, да? О-о-о-о. Что, блядь, происходит? Что это за хуйня? Кусь? Опа. Свежий еблоид у нас выходит. Друг. Друг, я здесь. Как бы. Ты можешь проведать меня. Ты один тут вышел или там еще кто-то есть? Да. Вообще, на твоем месте я бы не так на похер к этому относился, потому что, ну, блядь. Ты, может быть,
Подойди сюда. В какую сторону ты пойдешь? Конечно, направо, друган. У тебя автомат, да? Ты не такой уж и опасный, как ты думаешь, блядь. Знаешь, я просто забью тебя, если ты, честно, меня нападешь, блядь. И ты встал, да, там в углу? Чучело, блядь. Ну видели, что творится, блядь? Какие вы интересные, просто пиздец. Вот ты мудила, блядь. С нижнего Тагила. Ладно. Я тебя понял. Так, блядь. Нас там сейчас закроют, нахуй, если мы туда пойдем, наверное, блядь. Стопудово эти двери ебучие. Нельзя недооценивать предсказуемость, нахуй, этой хуйни. Что мы сейчас поищем, блядь. Оставшиеся. У нас еще 5 штук надо найти. А, вот, смотри, банка. А, опять я сюда попал. Ладно, короче, задрало. Вроде бы. Насколько можно было, я все осмотрел. Это, конечно, не точно, но... Так. Ну, получается, я их просрал, короче. Видимо, уже... Сейчас будет босс-файт. Ни хрена у тебя пепелас, дружок. Нормальный пепелас, да. Это что, у вас двое, да? Да, сейчас вы будете... Как гопники нападать на меня, я так понимаю. Ух ты, мать твою. Ты чё там творишь, урод? Смотри, вон два урода прыгают. Я их прям вижу. Вы предлагаете мне сейчас с двумя хищниками мудохаться, что ли? Это вообще законно, блядь? Как думаете, это так вообще можно делать? Так. Значит, я еще не все просрал. Тихо, блядь. Вы завязываете там, Воу-воу-воу-воу. Прекращайте, ребятки, блядь, со своими лазерками. Да что происходит-то? Куда я лезу? Я вот их не вижу, они меня стопудово... О, смотри. Корабль, опа. Здорово. Да тихо. Я думаю, эта херня меня ваншотит, если попадет. Поэтому я бы не стал так рисковать, на самом деле. Так, я вижу. Вижу говно. Смотри-ка, последнее. Последнее осталось, возможно. Да. На. Но хотя толку-то. Вы видите меня со светом и без света, да, и со всей херней. Ну где вы есть? Так, надо прочекнуть, получается. Здесь тут нигде ничего не заминировано, потому что это будет дикая подстава просто. Тихо. Идите-ка в очко. Здесь это говно не самонаводящееся, как в прошлой части. А просто стреляет прямо, и ты можешь от него убежать. Пепеластву нельзя разобрать-то, не? Какое-то говно одноместное, слышь. Так, вы там с кем... Ну, дохаетесь-то, я не понимаю. Так, мне кажется, здесь заперли.
Опа. На, держи. Так. Достиженьки получено. Это, кажется, конец получается, да? Мне надо обездюлить этих. Тут где-то, видимо, еще есть ребятки маленькие бегают. А, вон, да, ребятки еще есть. Так, я понял. Пошел нахуй. Пошел ты в пизду, урод, блядь. Нихуя себе. А сейчас опасно было, блядь. Видели, да? Ебать, их разносят просто, блядь. Ну-ка, нихуя себе ты... Нихуя себе ты выживаешь. Слышь. Его еще так просто не вывернуть, да? Беги, сука. Пидорас, а? И как мне тебя, блядь, уебывать нахуй? Ты нихуя себе, блядь. Видишь, блядь, в него еще не попасть, нахуй, нормально. Где второй? Ага, второй вон там, блядь. Прикрывает с воздуха, блядь, пидорас. Ничего, блядь, больше этой эпичности нельзя было еще придумать, нахуй. Где ты, сука? Смена плоскостей и наше все, блядь. Че, сдох? Второй сдох, блядь. Че, опиздюлили обоих, нахуй? Блядь, не дали пол... Ах ты, ёб твою мать. Че, можно выйти? Не, нихуя, смотри, еще, блядь. То есть, блядь, как бы берегли хищников на конец игры, да, блядь? Охуенно молодцы, ребят, пиздец. А вот этот, смотри, у этого уже здоровка есть, блядь. То есть этот опаснее всех, нахуй. Ебальник нельзя открыть, короче. Ебать ты долбоёб. Ебать ты долбоёб, братишка, пошел нахуй. Ебать, видели, блядь, пацаны? Хуя он, блядь, нахуй влетает, блядь. Джон Сина, нахуй, блядь, воплоти, пиздец. Еще и залетает за угол, блядь, охуеть. Нам надо маневрировать с вами, блядь, чтобы этот пидор нас не пёзнул. Беги, 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 беги. Что-то он... Да ёб твою мать, иди в очко, сука, урод, блядь. На за тобой смотреть, блядь, чтоб ты там хуйню всякого не говорил, короче, пидор. Да? Будем тебя чисто каруселить, короче, блядь. Как Вейланда мы каруселили, блядь. Тебя тоже будем каруселить, чучело, блядь, ебаное. Слышь ты, блядь. Кто ты нахуй без своего ебаного... Беги, 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 беги. На, сука. Блядь, беги, 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 беги. Один промах и тебе... Пизда, блядь, нахуй ты чё ёбнулся вообще? Иди-ка нахуй, блядь. Банутый, сука, олень. Конченая мразь, блядь. Ага. Вон это, сука. Да что, сука, за хуйня с огнем, нахуй, тут, блядь. Я так захилиться нормально не могу, блядь. Это хуйня какая-то. Залечивайся, товарищи, блядь. Там какие-то плиты с огоньками ебаными, нахуй. Вот они просто не дают лечиться тебе, блядь, пизда. Отходи, сучара.
Ты же охотник, ебать тебе в очко. Гнида, блядь. Беги, 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 беги. По краям вроде не жарит, короче. Блять, он бегает, сука. Ты чё, мудак, блять, самонаводящийся нахуй? Ты-то как меня видишь через стену, интересно, блять, а? По-моему, блять, такая привилегия только у меня и у чуваков, которые с пулеметами ебашат и со снайперками, нахуй, человеческими. И то, блять, у них там это не по КД, нахуй, а просто, блять, потому что... Ладно, хоть сплэшем это говно не ебёт. Чем был бы просто пиздец. Не, сейчас, блядь. Будем аккуратно действовать, нахуй, в пизду это говно. Слезь на охоту. Давай, 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 мразь. Да я здесь, блядь. Чучело ебаное. Мразь, блядь. Давай, давай, сюда иди. Гондон. Сюда иди, Гондон, эй. Я не собираюсь сюда лезть, блядь. Что у меня проблема с плоскостями, нахуй, иногда возникает. Застреваешь где-нибудь в косяк и пизда тебе, нахуй. Я пошутил, блядь. Понял? Беги нахуй, блядь. Пидорас, блядь, хитрожопый, сука. Ага, да, да, конечно, пидор. Пошел ты нахуй, блядь. Я пока не залечусь, я к тебе хуй подойду. Ебанутый, блядь. Я ебал заново все это говно проходить, блядь. Вот смотри, бежит, блядь, ебал. Чисто, блядь, нахуй агрится на меня. Давай, прыгай. Да, блядь, пошел ты нахуй. Сколько он выдерживает? Отъебись, тварь. Блядь. Ебаное животное, блядь. Пиздец просто нахуй. Сколько раз я ему въебал? Ладно, блядь. Не будем растягивать резину в долгий ящик, блядь. Попробуем сразу расчистить. Блядь! В прошлый раз ты, блядь, прошел дальше, нахуй, слышь. Расстройство ебаное просто, блядь, пиздец. Я же половину его уже отпиздил, нахуй. Тут такая хуйня, ну, блядь, просто... это неприлично, блядь, делать такую хуйню. Это получается всех этих уёбков надо будет снова поймать, снова расчехлять, да? Да я её нахуй, честно сказать, ебал я в рот, блядь. Короче, уже нет, сука, сил просто нахуй сегодня это проходить. Нахуй, короче. Короче, ребятки. Продолжим с вами проходить все это в следующей серии, потому что я уже не вывожу, ночь и пора спать. Не хотелось, конечно, растягивать это на несколько серий, возможно, я это потом как-то в одну серию упихаю, если все получится с первого раза в следующий раз. Всем до встречи, всем пока. My old friend.